Всем доброго времени суток, с вами мистер Бро Алинсон, и мы сегодня поиграем Sniper Cell 3. Я играл раньше только в первую часть немного, она мне не понравилась, но вот я сейчас зашел, и тут просто... Ну, сейчас Умельцев увидите, минометы не бить мы верно. ранены. Мне разобраться. Средняя аптечка, да? Так, все здоровье, вот что там надо? Идти туда? Игра просто шикарная, я не знаю, что еще сказать. Как сюда пройти? Мы играем в Африке, тут какая-то боевая стычка, я не знаю. И меня не услышат. Здесь сколько это? 35 тысяч. Подскать рупы. Первая часть вроде зомби были, или я путаю игру, но... Не, вроде не зомби, а зомби другой. Ну, такой же движок, типа. Чё, приятель? Умирай. Ачивменты есть. Надеюсь, как в этом... Но... Бля, как это нужно... А, Вольфенштейн новый там. Ачивмент ты сделаешь, да, они как бы дают этот, ну, практически... Пришло время для Велрода. Так. Заметил вас, подозреваю. Ну, понятно, это как в Морровинде. Ну, похоже. Выстрел в голову. Что меня заметили? Башки снят. На. Я играю на втором уровне сложности. Стрелок или что? Ну, не знаю. Не сильно сложно и не легко. Где этот гандон? На тебе. Да. Слушай, поранил меня. А. Нафиг пошел. Так, давайте на обыскиваем тела. Что-то не получается. А ну голый. Так. Не обыскать, приятель, ты совсем обнищавший, да? А, два, ура. Динамит какой-то взяли. Не прыгает, что ли, персонаж? Ну, ё-моё. Это же милое дело, попрыгать, походить. Так, ещё куда нам идти там? Где этой штуки? А?
что это я несколько аптечек сажал или что? Так, задание-то есть? Карта. Это побочное задание было его. Так. Огни накидают. Делать? А, во. Готов. Да прям агент 007. Не, мне на снайпер. Бам! Уа! Но гад, а? Я сам дыхание мое задержу. Ты козел, я знаю, что я там. Так. Так, а он вышечка мне не нравится. Пустая. Так, надо трубчики обыскать. А это что? Гори. Сгори в аду! Так. Банки надо, наверное. Вот еще. Что такое? Обучалка. Где моя снайперка? Там какой-то. Кто там ему? Кто там? Так, так, одиничка, да, на единичку. Какая-то херня. Вроде не наблюдаю никого. Да. Готово. Четко. Да. Замедление, это, конечно, круто. Что-то там. Вот так тебе пулечка. О, кайф, видели его лицо? Он кайф славен. Пожор, бля. Где? Лови.
чё-то. То в глазницу, в правую, в левую. Чё? Кайфужор. Вот, да это же живчик у нас будет какой-нибудь. На. Один готов. Второй. Просто реакция снайпера. А некоторые звуки достаточно громкие, чтобы заглушить звуки стрельбы. Понятно, понятно. Это отвлекающий маневр. Так, что, плюс мышь? Че? Бля, я забыл. Да. На! Блин. Жизни мало. Не знаю, можно сохранить? 21 минута, ну в принципе нормально. Я ж не сразу начал записывать. Так. Чё мне... Врагов, блин, ё-ма. Так много, как, знаете, сифон фильтр на Sonic. Я вот недавно хотел эмулятор скачал на Sonic 2. Нам пипец только разбираться, да ну бы было шо. Нужен, ага. Разбираться. Сифон фильтр 4. Готов. Минометы нейтрализованы. Пора проверить вершину. О, моя челюсть. Круто, круто. Так. Ничего не аптечки, ничего не... Блин, как же я мог забыть на чопничку, блин. Аптечка. Так, ну куда-то нам идти надо, куда, да? Ну, прыгать не может, но взаимодействие, типа, полазить, но... Ну, и есть. Еще какое, да? Вот этот самолет, вот эту штуку так четкую, да, прям дорогу мне сделал. Опа, видите, какая у меня реакция, даже не читая. Почувствовал, игра хорошо ощущения передает. Когда зайдете, поймете. Снайпер Элита 3. Это как, знаете? Neverwinter Online. Заставку смотришь, там чары создаешь. Играешь, играешь, да, потом босса убиваешь. Neverwinter Online. Как будто мы так что играем. Убийство. Ух ты. Повышенное звание рядовое первого ранга. Разблокировано М. P40, динамит разблокирован. Кремний огниво какой-то. Кремний огниво. Фига, теперь надо 2000. Мы потеряли Табрук. Но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном,
безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит, и они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерун, транспортный узел оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота. В этом районе несколько офицеров, отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Понятно, шпион молчит. И говорит. Выкладка. Значит, бегу назад. Альфа. Браво. Дельта. Альфа, новый предмет, новый предмет. Нету. Так, а вот М40, да? МП40 он хотел. Так, а, чудес. Так, да. Ну ладно, пойти в центр, поменяли на МП-40. Ага. Кстати, гром. Итак, какие тут заставочки. Как устроить засады, используя растяжки. Да, я помню, первый раз на карте появилось здание. Пальма, пальма бичевник. Пальмы такие у меня. Сочные, бредолочные. На. В легкое. Пора уходить. Да-да. А, может вас по звукам выстрел подорвано. Понятно. Ладно, с вами был мистер Бро Айнсон. Мы играли в этот Sniper Cell 3. И типок уже говорит, пора уходить. Вот тут пора, так пора нам. Я больше не буду ее снимать, я буду в нее играть. Хорошая игра. Первое впечатление очень-очень приятное об игре. Советую поиграть. Я не очень такой игрок, да, но мне понравился. Это много. Far Cry 3 раньше не играл, потом зашел. Ладно, всем пока.